поднимем руки к нашему Господу. Давайте скажем Ему от всего сердца эти слова. Иисус, Ты достоин. Иисус, только Ты достоин. Честь, хвалы. Ты достоин, Иисус. Наш Царь. Наш Спаситель. Иисус, Ты достоин. Свое сердце, открывай для Его Слова, открой свое сердце для исцеления. Дух Святой на этом месте будет говорить сегодня в твою жизнь, Он будет исцелять твою израненную душу. Доверься, мы благодарны Тебе, Дух Святой. Божественное присутствие на этом месте. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты отвечаешь, когда мы взываем к Тебе. И мы хотим еще больше приблизиться к Тебе, к святому, к чистому, к непорочному, к Тебе, Иисус. Мы хотим сделать сегодня еще один шаг. И мы просим Тебя, изливай, Господь, Свое исцеление на нас сегодня. Изливай, Иисус, исцеление на слушающих. Служи нам сегодня, Дух Святой, потому что мы пришли именно за этим. Мы хотим получить от Тебя откровение, Слово с небес. Мы просим Тебя, говори в нашу жизнь. Говори в жизнь каждого, Господь, на этом месте. Благослови наше собрание. Святой, праведный, вечный, истинный. Благослови, Иисус. И все верующие да скажут. Аминь. Давайте воздадим славу нашему Господу. Он достоин. Только Он один достоин, чтобы Его прославляли. Аминь. И давайте подарим аплодисменты нашим левитам благословенным. Спасибо вам за то, что ведете нас в хвале. Вы прекрасны. Пусть Бог благословит вас за ваше служение. Особенно низкий поклон хору. Вы молодцы. Вы молодцы. Пусть Бог укрепит вас в ваших начинаниях. Хорошо, пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь, дорогая церковь. Приветствую каждого, кто пришел сегодня в Дом Божий для того, чтобы получить. Если ты пришел для того, чтобы получить, скажи аминь. Аминь на это. И мы благословляем всех, кто слушает нас сегодня в прямом эфире. Пусть Дух Святой говорит в вашу жизнь. Знаете, для меня большая честь сегодня стоять здесь, на этом месте, и служить народу Божьему Словом. Для меня лично это большая честь. И как только мне сказали в начале недели, что мне выпадет такая честь, неделя сразу как-то не задалась, знаете, то... Заболел очень сильно. Такой температуры, у меня не было такой температуры уже. Я не помню, когда у меня была последний раз такая высокая температура. Потом братья замолились в среду вечером на молитвенном собрании. Низкий поклон вам, братья. В четверг все прошло. Утром просыпаюсь, все прошло. Только вот остаточный насморк. Спасибо вам за молитвы. Потом дочь заболела. Вроде бы все хорошо, дочь заболела, тоже высокая температура. Такая температура у нее не было никогда, такой температуры. Скорую хотели вызывать, не вызвали.
Бог исцелил, слава Богу. Вчера тоже вроде бы радость такая была, был выпускной вечер в честь выпускников библейской школы. Мы, кстати, всех еще раз давайте поздравим выпускников библейской школы. Мы благословляем вас, вы молодцы. Для меня была честь вчера также быть на этом выпускном. И когда поехал домой, представьте, вроде бы мир, радость такие наполняют мое сердце. Бах, машина ни с того ни с сего заглохла. Смотрю, даже не знаю почему, позвонил братьям. Слава Богу за братьев вообще. Я так благодарен сегодня, что я в теле Христа. Будь благодарным, что ты сегодня в теле Христа. Братья, буквально через 10 минут, там несколько машин приехало, там эту машину мою там посмотрели. Ремень ГРМ там порвался, еще что-то. В общем, отбуксировали за 15 минут на станцию. Но к чему я хочу это сказать? Я верю, как верующий человек, что в жизни верующих людей ничто не случайно. И мы сегодня не должны пренебрегать телом Христа. Лично я, повторюсь, я благодарен, что я сегодня являюсь частью церкви. Это раз. Два, я вспомнил слова Христа о том, что Он призывал быть частью всегда. Говорил о том, что это важно быть частью тела Его. Мы сегодня живем в таком мире, что поодиночке нам будет очень тяжело. И слава Богу за церковь, которую Христос основал, которую Христос повел. Слава Богу за церковь, которая есть в этом городе, за церковь Ковчег. Если ты согласен, скажи аминь на это и воздай ему славу. Слава Богу, что есть церковь. Я вспомнил слова Христа в Евангелии от Иоанна. В 16 главе он говорит там, «Сие сказал я вам это, чтобы вы во мне имели мир». Помните? В этом мире, он продолжал, вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Это слова Христа. Мужайтесь, я победил мир. И я хочу сегодня сказать, что я благодарен, что я сегодня во Христе обретаю мир, несмотря ни на что. Что бы ты ни проходил сегодня, знай, ничто не наполнит твою жизнь, твое сердце миром, как только сам Господь. Скажи аминь на это и воздай ему славу. Только во Христе ты сегодня можешь обрести уверенность в завтрашнем дне, обрести надежду, обрести этот мир. Ничто не заполнит ту пустоту в твоем сердце, как только Иисус Христос, нас Господь. Он сам сказал об этом. Во мне вы будете иметь мир. Я молился вечером, вчера вечером, сегодня утро, и мир пришел на сердце. Я воздавал ему славу и честь, как мы сегодня пели. Я благодарен Богу, что в нем мы можем обретать мир. И если ты проходишь какие-то сложные обстоятельства в жизни, знай, что только в нем ты сможешь обрести мир, что бы ты ни проходил в своей жизни. Скажи аминь на это и воздай ему славу. Хорошо, мне выпала честь поделиться словом. И Бог положил на сердце слово, слава Господу. Слово я назвал сегодня так, что убивает нашу страсть. Вы задумывались когда-нибудь над этим вопросом, что убивает нашу страсть в жизни порой? Нашу страсть во взаимоотношениях с людьми. Я наблюдаю такую тенденцию, что люди, молодые люди, да, те, кто строят отношения, горят страстью в начале своего пути, радостью, влечением друг к другу. Потом проходит какое-то время, и страсть куда-то проходит. Страсть охладевает. Бывает такое, не всегда, но бывает. Страсть уходит. Порой приходит вместо этого ненависть, тревога. Люди начинают ненавидеть друг друга. Поговорку такую придумывали, даже от любви до ненависти один шаг, да? Порой такое приходит в жизнь людей.
Не только во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, в дружеских взаимоотношениях то же самое. Горят дружбы, страстно так говорят о ней, дружат друг с другом, помогают друг другу, делают все друг для друга. Потом проходит время, приходят какие-то обстоятельства, страсть эта ушла, охладели в отношениях, отстранились друг от друга, разделение. Я наблюдаю сегодня, как в социуме идет разделение. В единстве есть сила, но никак не в разделении. Поэтому ценность, одна из ценностей в нашей церкви сегодня – это единство. Страсть к своей цели. Мы порой ставим цели в своей жизни, в бизнесе, может быть, в карьере. Приходит обстоятельство, ушла эта страсть, руки опустились. Куда это уходит? Я хочу, чтобы мы сегодня задумались над этим. Страсть по служению, страсть по церкви, по Богу. Приходит человек, библейскую школу прошел, глаза горят. Хочу служить во всех служениях, дайте мне еще одно. Потом проходит время и смотришь, уже нету той искры в глазах, уже нету той страсти. Куда-то это ушло. Потом проходит время, человек охладевает. Еще спустя какое-то время смотришь, он все реже и реже появляется в церкви. А потом грех приходит в жизнь, и он звонит и говорит: помогите, братья, я не знаю, как выпутаться мне из тех обстоятельств, в которых я оказался. У меня недавно была такая ситуация, человек позвонил, взрослый человек, плакал крокодилями слезами навзрыд. 40 лет ему, 3 детей. Я помню его горящие глаза, я помню его желание, его стремление служить. Потом страсть куда-то ушла, и он звонит спустя какое-то время: помоги, я не знаю, что делать, я не знаю, как выбраться из тех обстоятельств, в которых я оказался, долги, наркотики, еще что-то. Драгоценные братья и сестры, мы не должны шутить с духовным миром. Духовный мир, он реален, он существует. С чего я начал? Духовный мир, он существует. И когда мы горим страстью по Богу, я сейчас, сегодня хочу говорить именно об этой страсти, не о той страсти, которая влечет тебя к греху, которую Библия называет похотью. Я сегодня говорю о другой страсти. Порой та страсть, которая уходит, которую Бог порой вкладывает в твое сердце, она приводит к разочарованию в жизни. Духовный мир, он реален. Я призываю каждого из вас, давайте сегодня бодрствовать. Научный термин «страсть» – это сильное, доминирующее над другими чувства человека, характеризующееся энтузиазмом или сильным влечением к объекту страсти. Объектами страсти могут быть как люди, так и предметы, или идеи, или твои убеждения в жизни. Сегодня каждый из вас имеет убеждения. Я верю, что здесь собрались верующие люди, которые строят свои убеждения согласно Слову Божьему. Если ты согласен, скажи аминь и воздай ему славу. Мы, как христиане, строим сегодня свои убеждения на Слове Божьем. Страсть является порой нашей движущей силой в жизни, а ее отсутствие порой погружает нас в апатию. Апатия ведет к депрессии. Апатия что такое, да? Это научный термин, симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешенном отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности. Отсутствие отрицательного или положительного отношения к действительности, отсутствие внешних эмоциональных проявлений. Апатия порой приводит человека к депрессии, а депрессия к преждевременной смерти. Итак, я хочу прочитать несколько цитат из Слова Божьего. Давайте откроем с вами Евангелие от Марка, 12 главу. Я буду читать слова Иисуса Христа. Помните, когда у него спросили о заповеди, какая наиважнейшая? И он ответил следующее: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
всею душою Твоею, всем разумением Твоим и всею силою Своею, и возлюби ближнего Твоего, как самого себя». Четыре назвал Христос. Не просто люби, между прочим, между своими делами, между своими хлопотами в жизни, а всем сердцем, всею душою, то есть всею жизнью, всею силою, Христос упоминает даже силою, что мы должны прикладывать силу по любви, по Богу, по Его вниманию в нашу жизнь, по Его общению с нами. И возлюби ближнего твоего, как самого себя. А себя мы все очень любим. Аминь, церковь. Второе. Послание к Колоссянам. Апостол Павел говорит: «И все, что делаете, делайте от души». Скажи: «От души». Как для Господа, а не для человека. Все. Все, что вы сегодня делаете, неважно, на камеру снимаешь, неважно, плитку кладешь, бизнесом занимаешься, преподаешь где-то, все делай от души, как для Господа. Библия призывает нас к этому. Апостол Павел призывает нас к этому. Следующее местописание, послание к римлянам. Апостол Павел говорит: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Так говорит Слово Божье. И ты можешь сегодня сказать: да знаешь, столько времени прошло, уже 20 лет служения, уже прошла та первая любовь, тоже такой термин придумали, да, христиане. Уже много времени прошло, но я пришел для того, чтобы сказать тебе сегодня, что страсть не имеет ничего общего с возрастом. Люди, которые немного пожили, скажите аминь на это. Не имеет ничего общего с возрастом страсть. Все зависит, многое зависит от тебя. И не надо ссылаться на время, не надо находить себе эти оправдания. Страсть не имеет ничего общего с этим. И я хочу, чтобы мы сегодня поговорили о том, что же убивает нашу страсть. Семь убийц нашей страсти. Я назвал это так. Семь, что убивает нашу страсть. Итак, первое. Нашу страсть убивает неясная цель. Неясная цель. Братья, сестры, страсть и цель идут вместе в нашей жизни, рука об руку. Неясная цель убьет страсть в вашей жизни, это вопрос времени. Мне жаль сегодня тех людей, у которых нет цели в жизни. Поэтому мой призыв номер один – найди цель в своей жизни, найди цель своего призвания в Господе. И ты задашь вопрос: а как мне найти? Давайте откроем с вами Слово Божье и посмотрим, что говорит нам Бог на это. Первое, первый выход. Бог говорит следующее. Частично, хотел сказать апостол Павел, частично Павел Владимирович, да, сказал об этом. Мудрость мы берем из Слова Божьего. Мудрость мы берем от Господа. И в Библии есть такие слова. Это Псалом 18, стих 8. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, оно умудряет простых». Откровение Господа верно, оно умудряет простых. И если ты сегодня не имеешь цель в своей жизни, задай ему вопрос: «Господь, дай мне откровение с небес». В чем смысл моей жизни? Да, есть такая песня. В чем смысл моей жизни? Дай мне ответ, Господь. Находи ответ в Слове Божьем, потому что здесь сказано, что оно умудряет.
Откровение от Господа, оно верное. И если ты получил, когда ты получишь, держись за него, что бы ни происходило в твоей жизни. Однажды мне один очень мудрый человек сказал: получи призвание, получи цель от Бога. И когда получишь, держись за него, что бы ни происходило в твоей жизни. Держись своего призвания, потому что придут сложные обстоятельства, потому что возникнут те обстоятельства, которые будут делать все вокруг тебя, чтобы разрушить твою цель, разрушить твое желание к идти этой цели. Но ты держись своего призвания. Держись своего призвания, того призвания, которого Бог когда-то вложил в твое сердце. Держись и не отпускай. Скажи аминь на это и воздай ему славу. Второе, что убивает нашу страсть. Неиспользованный талант. Неиспользованный талант. Один человек тоже умный сказал, что самое богатое место на земле – это кладбище. Потому что там столько талантов зарыто под землю. Многие из них ушли из жизни раньше времени своего, потому что жили халатно, распоряжались халатно тем временем, которое Бог отвел на этой земле. Итак, неиспользованный талант. В Библии есть ответ на это. Послание к Коринфянам, 7 глава, 17 стих сказано: «Пусть каждый делает так, как определил Господь, как призвал этого Бог. Этого требую во всех церквях», говорит апостол Павел. «Делай, пробуй, развивайся. Пойми сегодня каждому, каждому, абсолютно каждому в церкви Бог дал какой-то талант. Кому-то Он дал множество талантов. Но Он дал не для того, чтобы ты их жил для себя и пользовался ими только для себя. Делай, тут написано, так, как определил Господь. Делай так, как определил Господь. Он дал тебе этот талант, чтобы ты пользовался им, служа другим людям. И мы видим сегодня, многие делают это в церкви, в жизни своей. Не живи для себя. Не думай, что ты безнадега. Нет. Это ложь дьявола. Если ты будешь читать притчу Христа, Он приводил как-то, помните, в пример, что каждому было дано таланты. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то один. И кто-то их приумножал в своей жизни. Но один, там написано, в примере Христа, зарыл его. Зарыл и сказал потом: «Господь, вот, я сохранил для тебя этот талант». И мы видим из этой истории, что Бог осудил его. Он сказал: «Лукавый, ленивый раб». Поэтому сегодня каждому здесь присутствующему, каждому, кто смотрит нас в эфире, я говорю, что каждому из вас Бог дал какой-то талант в жизни. Но Он дал для того, чтобы ты использовал его, служа людям, которые тебя окружают, тем самым приумножая свои таланты. Используй те таланты, которые Бог дал тебе. Приумножай их, развивай их в своей жизни и не зарывай. Потому что неиспользованный талант, он может убить рано или поздно твою страсть. Одна из целей церкви – помочь вам найти свою нишу в жизни. Бог создал церковь, чтобы помогать раскрывать свои таланты и дары, которые Он дал абсолютно каждому в Его теле. Скажи аминь на это и воздай Ему славу. Третье, что убивает нашу страсть – несбалансированный график. Несбалансированный график. Но тут не будем долго останавливаться, да, тут целые коучи проводят по тайм-менеджменту, да, как распоряжаться своим временем. И в Библии есть такие слова: «Избегай глупых басен, ибо нет в них, в этих баснях, правды Божией, и неустанно упражняйся в благочестии Божьем». В современном переводе говорится следующее: «Не трать время на безбожные рассказни, пристойные разве что старухам, а развивай в себе благочестие». Не трать время. Ну, пожилым людям еще можно как-то, это как-то простительно, да, потому что уже, может быть,
время идет, уже нету возможности работать и так далее. Но если ты молодой, если ты полон энергии, не трать время, не трать время понапрасну. Послушай, самое дорогое, что Бог дал в нашей жизни, это время. Вопрос только заключается в том, как мы им будем распоряжаться. Как ты распорядишься теми 20-100 годами, которые Он отвел тебя на этой земле? Как ты распорядишься этим временем? Развивай в себе благочестие, тут сказано. Что значит развивай в себе благочестие? Вы духовно здоровы, когда у вас есть баланс 5 целей Бога в вашей жизни. Первое – это цель поклонения. Цель поклонения Богу. Размышлять о Боге и о том, кто Он есть. Второе – цель общения. Любить других людей и вносить изменения в их жизнь. Третья цель – изучение Библии, позволить посланию Библии изменить нашу жизнь. Четвертая цель – служение, служение другим людям. И пятая цель – рассказать другим людям благую весть о том, кто такой Бог. Вот баланс 5 целей, которые ты можешь взять в свою жизнь и использовать их. И ты увидишь плод от Господа в своей жизни. Скажи аминь на это и воздай ему славу, да. Четвертое, что убивает нашу страсть, неисповеданные грехи. Неисповеданные грехи. И Библия так отвечает на этот вопрос, дает нам выход. Но порой случается так, что мы ошибаемся. Мы можем ходить в церковь, мы можем читать Библию каждый день, молиться, но порой мы можем ошибиться в своей жизни. Порой можем впустить какой-то грех, может быть осознанно, может быть неосознанно. Почему мы каждый раз перед причастием исповедуем свои грехи? Потому что мы порой не замечаем, как грех вкрадывается в нашу жизнь. Такое бывает в жизни верующего человека. Бывает такое. Так вот, неисповеданный грех, он может убить твою страсть. И Библия отвечает нам на это. Четвертый выход дает. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Сам Давид говорил об этом. Мы видим из истории Давида, что он когда-то впал в этот соблазн, в это искушение, впустил свою жизнь. Он впустил грех в свою жизнь. И он пишет тут, что тяжелое бремя, не живи с этим грехом, не живи с этим бременем. В Слове Божьем есть выход. Послушай, ты не можешь чувствовать энтузиазм и вину одновременно. Так не получится. Ты не можешь чувствовать страсть и чувство вины одновременно. Твоя страсть умрет, это вопрос времени, но есть выход. И Слово Божье дает нам выход. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Можно сказать аминь на это. Если исповедуем грехи наши, найди сегодня человека в своей жизни, которому ты сможешь открыть свое сердце. Найди человека, которому ты сможешь приходить с исповедью, которому ты сможешь открывать какие-то проступки в своей жизни. Найди. Это возможно. Поэтому давайте будем сегодня бодрствовать в своей жизни. А если оступились, то пусть в жизни каждого здесь присутствующего. Лично вам, в моей жизни есть несколько таких людей, кому я могу прийти и открыть свое сердце, доверить свою жизнь, доверить свои поступки и сказать, помоги мне выйти из этого. Давай вместе помолимся за это. Исповеданный грех, он дает свободу. Исповеданный грех, он дает свободу. Мы даже делали такую практику, помню, на одном из выездов.
разбивались по парам. Я с одним братом сидел и общался, и там на основе этого места из Священного Писания мы признавались друг другу в каких-то проступках, потом молились за это. И знаете, буквально на раз приходило какое-то исцеление сверхъестественное от Господа. Свобода приходила. Кто был на этом выезде, здесь многие были на этом выезде, помнят, что эта практика, она работает. Потому что Слово Божье, оно работает. Оно неизменно. Можешь сказать аминь на это и воздать Ему славу. Исповедание, оно дает силу побеждать грех, идти вперед и не охладевать в своей страсти, в своих стремлениях к жизни. Пятое, что убивает нашу страсть – неразрешенный конфликт. Неразрешенный конфликт. Люди книги пишут по этому поводу, проповеди, серии составляют о конфликтах. Сегодня, к сожалению, так много конфликтов в мире. Мы видим сегодня в социуме много конфликтов. В церкви много конфликтов. Мы видим, что люди, они везде одинаково. Но я хочу тебе сегодня сказать, что неразрешенный конфликт, он может убить твою страсть в жизни. Поэтому не живи с этим. Если вы хотите быть страстным, независимо от того, с каким конфликтом вам приходится жить, вы должны избегать трех эмоций, убивающих страсть в вашей жизни. Первое – обиды. Второе – гнев. И третье – ревность. Ревность не по Дому Божьему, а в отношениях. Она всегда смешана с гневом, с волнением, с недоверием. Я об этой ревности говорю. Ревность, которая несет негативный оттенок в твое сердце, которая несет гнев, недоверие, ревность, обида и гнев. Эти вещи убивают нашу страсть в жизни. И Слово Божье дает нам выход, как бороться с этим. В Библии есть такие слова, что негодование губит глупца, а ревность убивает простого. Ревность убивает простого. «О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить земле и с колес двинуться с места своего, раздирающий душу твою в гневе твоем?» Порой гнев, он раздирает твою душу. Порой люди живут годами с каким-то неразрешенным конфликтом. У меня было такое, когда люди подходили ко мне и говорили: «Два года назад, год назад я затаила на тебя обиду. Давай это отпустим, давай это разрешим». Люди ходят годами, но я хочу сказать, что неразрешенный конфликт в твоей жизни будет раздирать твою душу, твое сердце в первую очередь. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, не живи с этим. Прими сегодня решение быть человеком, тем, кто отпускает. Прими решение стать человеком, тем, кто отпускает конфликт. Я должен научиться отпускать ситуацию, свой гнев, свою обиду. Скажи сам себе: я должен научиться этому, отпускать эту ситуацию, а не жить с этим в своем сердце годами. Прими решение сегодня стать тем, кто отпускает. И в Библии есть такие слова: «Мне мщение». «Не мстите за себя, возлюбленные, говорит Бог, не мстите за себя, не живите с этим, это будет раздирать твою душу. Прими решение стать тем, кто отпускает, доверяет Богу, доверяй Богу свою жизнь, и конфликты, если есть, тоже доверяй. Молитесь, написано, за обижающих вас». Дар в пазуху отвращает гнев, да, есть в другом месте. То есть дары какие-то можно принести. Молиться за человека, который, может быть, обижает как-то тебя в твоей жизни. Много инструментов дал нам Бог в своем слове. Мы порой, к сожалению, сегодня ими не пользуемся. Не живи с неразрешенным конфликтом. Это может погубить твою страсть в жизни. Скажи аминь на это и воздай ему славу. Шестое, что убивает нашу страсть,
Образ жизни без друзей. Образ жизни без друзей. Я говорил сегодня о том, что мы сегодня живем в такое время, время непростое. Время, в котором везде идет разделение в обществе. Разделение между детьми и родителями. Разделение между пастором и паствой. Разделение в коллективах. Дьявол сегодня делает все для того, чтобы разделить. Разделение в стране, в народе, во мнениях людей. Сегодня все происходит для того, чтобы принести это разделение. Но я хочу сказать, что мы, люди, созданы для отношений. Мы не созданы быть одиночками в своей жизни. И Бог когда-то сказал об этом, помните? Он не имел в виду только взаимоотношения между мужчиной и женщиной, когда сказал «нехорошо человеку быть одному». Он не имел в виду только это. Люди созданы для общения, для взаимоотношений. В единстве есть сила, ценность нашей церкви сегодня. Мы провозглашаем, мы молимся за это. Но мы почаще должны размышлять об этом, стремиться к этому, делать все от себя, в первую очередь, зависящее, потому что в единстве, как написано в наших буклетах церкви, откройте, почитайте, может рождаться что-то по-настоящему прекрасное, сильное, сильное для действия, для возможности действия Духа Святого. Скажи аминь на это и воздай ему славу. Мы нужны друг другу. Не будьте волками-одиночками или львом-одиночкой, знаете, я такой сильный, мне никто не нужен. Изучите природу, друзья. Если вы изучаете законы природы, то увидите, что даже такие сильные хищные звери, как волки и львы, чаще всего погибают по законам природы, когда живут в одиночестве. Львы живут в прайдах, волки охотятся стаями, а когда они поодиночке, волков разрывают порой шакалы в лесах, львов разрывают гиены. Представьте, этих сильных зверей. Недавно были буквально в зоопарке. Видели, насколько они мощны. Насколько мощны их лапы, когти. И даже таких сильных могут разорвать. Шакалы стаями. Ой, гиены в Африке, да, в пустынях. Разрывают даже таких сильных. Это законы природы. Каким бы ты сильным ни был, знай, ты можешь не устоять. Не будь одиноким. Прими решение не быть сегодня одиноким. Если вы попытаетесь встретить всю свою жизнь в одиночку, без чьей-либо помощи, ваша страсть очень быстро погаснет. И Слово Божье говорит нам выход. В книге Екклесиаста царь, добившийся многого, больших богатств, царь Соломон, он говорит, что двоим лучше, нежели одному. Лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Неприятное откровение жизни. Падения неизбежны. И тут говорится об этом слове, что горе, когда он упадет, упадет, вопрос времени. Рано или поздно мы все падаем, допускаем какие-то ошибки. И Библия говорит нам, что горе человеку, когда он упадет, и не будет рядом товарища, кто поднял бы, кто помог бы пройти эти обстоятельства жизни. Стань дружелюбным человеком. Прими решение сегодня. Быть тем, кто строит отношения с людьми. Быть тем, кто ценит дружбу. Церковь Ковчег – это место дружбы. Аминь.